Еще одним спортивным событием стало открытое первенство городского округа Люберцы по боксу «Люберецкая перчатка». Эти соревнования проходят каждый год уже на протяжении 8 лет. С участниками и организаторами турнира пообщалась съемочная группа нашего телеканала. Уже второй год первенство по боксу «Люберецкая перчатка» проходит в память о тренере комплексной спортивной школы Олимпийского резерва, мастере спорта СССР Александре Сидорове. На этот раз на ринге встретились спортсмены от 13 до 16 лет. Всего около 50 участников из Москвы и Московской области. В первую очередь это практика, это тренировочная практика. Они тренируются, впереди большие старты. У нас впереди и на следующем году и Московская область по этому возрасту, и другие турниры, которые как бы ребята набирают опыта, скажем так. Среди 14-летних юношей весовой категории 54 килограмма первое место завоевал Максим Титов. Для него это уже четвертое участие в первенстве «Люберецкая перчатка». И каждый раз боксер уходит отсюда с победой. Бой прошел довольно просто. Ну, я, конечно, немного подустал. Надо было начать работать больше с первого раунда, а не с третьего. У меня отец тоже занимался боксом и решил мне дать тоже бокс. У меня получается. Всего на соревнованиях разыграли 11 комплектов медалей. Кроме памятных подарков, спортсменам положено денежное вознаграждение. На сегодняшний день в комплексной спортивной школе Олимпийского резерва в отделении бокса занимается около 180 человек. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.